Инстаграм у большинства людей ассоциируется с красивыми картинками. А между тем, эта площадка такая же многогранная, как и сама жизнь. Свои аккаунты есть и у салона красоты, и у клининговой службы, и у автосервиса. И о том, как сделать этот аккаунт эффективным, на конкретных примерах мы рассказываем в проекте «Инстачек». Сори, еще разочек. Начиналось это все с автоэлектрики, потому что это одна из таких самых сложных систем в автомобиле. Дальше уже клиенты начали просить постоянно, что давайте вы расширитесь до мелкосрочного ремонта. Знакомьтесь, Василий, руководитель автосервиса, в котором сразу два ключевых слова. Авто. Компания занимается ремонтом машин и сервис. Здесь все настолько клиент-ориентировано, что не перестаешь удивляться такой искренней заботе об автомобиле и его владельце. Стараемся оказывать полный комплекс, чтобы клиент пришел, оставил ключи, сделал все свои дела, пришел, забрал уже целый автомобиль. Его не касается ни поиск запчастей, ни поиск каких-то других мастеров. Мы здесь это не чиним, отправляем в сервис партнерам. Да. Ремонт рулевой рейки то же самое. Да. Мы здесь можем это качественно диагностировать и сказать, что вот здесь реально проблема. Причем мы даем гарантии на это, что если у нас мы поставили неправильный диагноз, то мы тогда денег не берем никогда. Конечно, такая команда сложилась относительно недавно, ту, которую вы сейчас видите, потому что очень скрупулезно подходим к подбору персонала. Я про электрика еще не сказал, надо тоже сказать. Кстати, за свою работу компания завоевала не только любовь клиентов, но и признание в профессиональных кругах. У меня и механики, и я, и менеджеры все проходили, это было на протяжении нескольких месяцев, различные опросы, интервью и все прочее. И как бы с первого раза подошли и заняли вот третье место по Уралу, по всему, как лучший автосервис. В компании, где принято все вопросы решать самостоятельно, и первые странички в соцсетях тоже создавали сами. Мы начинали с того, что, конечно, сами создали группу ВКонтакте, сами создали аккаунт в Инстаграме, что-то там пытались, сделали, но никакого эффекта это не принесло вообще абсолютно. Подходящее СММ-агентство ребята тоже нашли не сразу. Поработав с одними Инстаграм-продвиженцами, поняли, что по-настоящему нужно их бизнесу. Я сразу же сказал, мне не интересно просто продвижение в Инстаграме, мне интересно продвижение моего бизнеса в целом. То есть это придумывание и каких-то маркетинговых ходов, и продвижение в Инстаграме. Этими вопросами занялись наши ведущие Аня и Лина из агентства ProPR Media. Итак, мы познакомились с компанией, с их деятельностью. Теперь переходим к их аккаунту. Верно ли она отражена у них в аккаунте? Итак, начнем сразу с имени профиля, да, то есть здесь у нас все слитно, непонятное, да, полное название, что это. Название аккаунта очень длинное, оно плохо читабельно и оно не актуально по сравнению с логотипом в имени поисковой строки. Написано все верно, да, это автосервис Челябинск. Но я бы добавила автосервис, может быть, автозапчасти Челябинск. В шапке профиля нет уникальности. То есть здесь написаны общие моменты, да, чем занимается автосервис, но не написаны, какие текущие идут акции. Нет уникального торгового предложения, которое дает сервис. Они указали свой сайт. Я бы еще добавила какой-то призыв к действию. Например, запишись онлайн через сайт и получи скидку 3% или скидку 5%. Нужно какое-то действие, чтобы человек перешел на данный сайт, а не просто, чтобы сайт у вас висел в самой шапке профиля. Далее мы смотрим актуальные истории. Здесь они отсутствуют. То есть есть вкладка отзывов, да, отзывов там нет. Я бы еще добавила прайс, услуги, которые они предоставляют, с какими машинами они работают. Но там же вырежут, я просто говорю. Меня можно вообще не останавливать. Попадая в ленту аккаунта «АвтоВольт», мы не видим ни навигации, мы не видим, где они находятся, какие услуги они предоставляют. То есть здесь фотографии просто машины, работы, да, то есть работы не описаны. Я как потенциальный клиент автосервиса дальше искать по странице не пойду. То есть я хочу зайти на аккаунт и увидеть четко, сколько стоит, сколько по времени. Должна быть навигация по странице, контакты, услуги, акции. Итак, что я могу сказать здесь о текстах? Да,
заголовок очень длинный. Вообще рекомендация для коммерческих аккаунтов такая: вставляйте заголовок на фотографию. Это будет и навигация, и заголовок, который вы не должны повторять уже в тексте. Не растягивайте, пишите тексты не более 2000 символов обязательно, потому что больше 2000 читать никто не будет. Итак, что по поводу хэштегов? Хэштеги – это сейчас самое актуальное бесплатное продвижение, которое может любой аккаунт использовать. Вы должны всегда ставить хэштеги по запросу вашей целевой, хотя бы 5. Автовольт 74 использовал только один хэштег именно в данном посте, что, конечно же, очень плохо, потому что данный пост, он никак не продвигается по каким-то связанным либо смежным хэштегам. Мы поменяли аватар, поставили его более разборчивым, читаемым. Поменяли имя, разделили его на несколько частей, то есть теперь у нас четко просматривается совпадение с логотипом. Мы поменяли шапку профиля, указали точные локации сервиса, то есть это центр ЧМЗ для поискового запроса. Также мы вписали актуальную акцию, которая сейчас действует, да, то есть это бесплатная замена масла. Мы сделали актуальные истории именно по запросам, вакансиями, акциями, контактами и процессом работы. Мы поменяли полностью визуал ленты, сделали в стиле автосервиса, взяли за основу черный цвет. Для узнаваемости во всех соцсетях мы не стали использовать другие цвета. Поэтому теперь у нас в аккаунте есть полная навигация, есть вопросы, да, которые задают потенциальные клиенты и клиенты. Мы разработали здесь уже, так скажем, полную маркетинговую стратегию продвижения, да, то есть как повысить узнаваемость сервиса. Мы поменяли полностью концепцию написания текстов. Ставьте себя на место вашего потенциального клиента и отвечайте на его вопросы в ваших текстах. Тогда они у вас будут все собраны, читаемы и понятны. Мы считаем, что не нужно лить Мы видим приход подписчиков, которым это интересно и которые смотрят. То есть сейчас мы понимаем, что работа идет эффективно, потому что более 10% подписчиков, они реагируют лайками на публикации. То есть мы можем говорить о том, что вовлечение в аккаунт, оно есть. И оно работает, получая сообщение в директ не с глупым вопросом: подскажите, а сколько это стоит, либо а как вам записаться, а куда вам поехать. Они просто пишут четко сразу: запишите нас, дата, время. Итак, мы наглядно видим, что на старом аккаунте не использовались хэштеги, соответственно, бесплатного продвижения не было. Теперь давайте мы посмотрим на новый аккаунт, который мы восстановили, так скажем, возобновили, изменили. Мы видим, что от хэштегов у нас есть 86 приходов. Это достаточно неплохо для такого небольшого автосервиса, как Автовольт. Конечно, за столько лет основной поток у нас все равно это постоянщики. У нас уже больше 3000 клиентов база. Но благодаря вот продвижению вот этому всему в соцсетях эта база растет. Я вижу, что она растет.